Вулканы имеют форму конусов, узких и уплощенных, симметричных или не очень. Все они образовались из раскаленной жидкой горной породы, пепла и шлаков, которые вырывались на поверхность глубин нашей планеты. По данным ученых на Земле, насчитывается 1511 действующих и огромное число потухших вулканов. Извержение одних вулканов происходит очень бурно, других более спокойно. Огромное количество действующих вулканов расположено на дне океанов. Готовим аппаратуру для съемки. Вулканы – это своего рода архитекторы, создающие острова, горы и долины. Через их жерла из недр земли наружу вырывается раскаленная лава и вулканические газы, а с ними огромное количество тепла. Из лавы и других вулканических материалов образуется множество горных пород и минералов. Извержения вулканов являются как разрушительными, так и созидательными процессами на Земле. И некоторые катастрофические извержения вулканов являются геологическими катастрофами, которые влияли на судьбы людей и даже цивилизаций. Например, извержение вулкана Санторин в 1470 году до нашей эры в Средиземном море привело, как полагают, к исчезновению Атлантиды и минойской культуры. Что, Камчатка подходит. Ну, пока время еще есть. Человечество существует в одном мире с вулканами. А это означает, что мы живем с непредсказуемым, очень опасным соседом. То тихим и кротким, то слегка сердитым, то буйным, то громящим и уничтожающим все, что есть по соседству с ним. Поэтому необходимо предугадывать поведение вулканов, чтобы заранее принять меры, позволяющие обеспечивать защиту от них и смягчающие последствия разрушающего поведения вулканов. Поэтому во многих странах существуют специальные службы и институты, занимающиеся изучением вулканов, оценкой и прогнозом их активности. А мы, космонавты НМКС, с нашей стороны помогаем им в этом с наблюдениями, видеосъемкой, фотографируем и, что очень важно, спектрометрируем. Вот такая у нас есть аппаратура. Начинаем работать.